Так, все. Это что это самое? Поднять ключи в руки. Динамо, папа. Подмените, динамо, пожалуйста. Папа, Кызбушку передам, кресло зад. Так, кто предоставляется президенту Федерации туризма Калининградской области Марины Борисовны Паякиной? Да. Ура! Слово предоставляется. Так, ну что, я хочу продолжить нашу традицию. Поздравить тех, кто у нас первый раз приехали на соревнования. Поздравить их с участием, с тем, что они оторвались от теплых диванов, вчерашнего футбола. Говорят, Балтика вчера играла. Прочь в прелести городской жизни. И что, продули? Не знаю. Знаю, что играли. Вот. И мы очень надеюсь, что вам понравилось. И мы все рассчитываем, что вы будете приезжать и дальше. Итак, Федерация спортивного туризма поздравляет Туманова Олега, впервые принявшего участие в соревнованиях и занявшего шестое место в составе экипажа качества. Так, главного судья руку пожалуйста. Рискуешь, пацан, а? Судья руку пожалуйста. Я обрадовался. Первый раз, да. Так. Поздравляет Матвеева Александра, занявшего третье место в составе. Спасибо. Спасибо. Это тоже мне. Нет, пока нет. Пока слишком много. Спасибо. Пока слишком много. Спасибо, что верили в меня. Может, Валя Завьянов может поделиться. Грамота улетела. Грамота какая-то улетела. Грамота улетела. О, не моя. Грамота улетела. Моя у меня. Фарана Дмитрия, занявшего шестое место в составе экипажа К4. Да что ж такое? Отдай его быстрее. Пусть лежит. Положи их на стол, а не в кубок. Пусть лежит. Кубок тяжелый, не выдерживает. Иваскевича Александра, пятое место К4. Ура! Еще раз. Киселев Юрий, восьмое место в составе экипажа К2М. Молодцы. Самое главное, что прошло. Круглов Евгений, шестое место в составе катамарана К4. И у нас Кретинин Роман, седьмое место К2М, шестое место К4. Так, я не была, где работа? Мы не знаем этого мужчину. Давай. Владимир Степанович, займите 2 минуты, пока я найду протокол, который не сделал. Так, можно я делаю небольшое объявление? Вот со всеми нашими недочетами, там мы чуть-чуть затянули, вы там что-то там наделали. Мне сегодня вот что понравилось на этих соревнованиях? Судейская коллегия не дисквалифицировала ни одного экипажа за мат на дистанции. А могли. Это впервые. Было замечание. Но мы пришли к выводу, что Пушкин, он все-таки мужик-то правильный. Это я ей. Говори, шапка горит. Нет, а я просто знаю, на кого, что только про меня и можешь сказать. Нет, не только про тебя, еще был один товарищ. Про тебя? Почему? Не надо вот всем вот этим. Не надо пальцем показывать. Еще один товарищ был. Вы знаете все Артура, все пьяны? Который выходил, говорю, он меня 4 раза за мат снимал. Это я. Где у нас? Это радует, что люди начинают как-то уже вот, ну, вижу. Страсти они кипят, но как-то в рамках. Ралли, слава. Чего там? Вот меня. А, вот они, я их ищу. Так ты сказала, я сказал, что я в руки взял, чтобы... Вы будете вручать медальки. Значит, мы переходим к нашему зачету. Самая большая конкуренция у нас была в зачете катамаранов двоек мужских. Восьмое место. Петухин Киселев. Седьмое место. Кретинин Дмитрий, Кретинин Роман. Шестое место. Иванов Рягузов. Пятое место.
Мелиховец Жаркевич. Четвертое место, позорники, Буланенков Сарычев. Третье место. Третье место заняли в катамаранных двойках, в мужских экипажах Лебедев Роман, Лапян Борис. Его не пропьешь. Зато это самое. Мы договорились заранее. Вы уж тут нас. Спасибо. Сейчас дали. Спасибо. Сейчас пришли. Так, сам себя спустя. Лапян Борис. Да. Я ему передам, да? Сам себя не снимешь, кто не снимет. Так, второе место. Второе место в катамаранах двойках, мужские экипажи, Мифтахов Ренат и Булатов Алексей. Ура! Поздравляю. Спасибо. Привет. Спасибо. Держите. Обе. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Тебе. Вот, Алексей Петрович, если бы мы с Максом не вырастили бы... Да, все наши бы советы. А Евгений, я нахло вам, не рот. И сюда повернули. И первое место в катамаранах двойках мужских экипажах заняли Соловьев Михаил и Чуреев Евгений. Ура! Серая лошадка, да? И медали. Да. Это как вы. А регламент один лучше, надо учить. Не спорю. На здоровье, носите, приезжайте еще. А куда мы денемся? В мае. Гордый поход. Благодарю. С линцой. Переверни. Грузи сейчас лопнут. Так. Медали не завешу. В зачете смешанных экипажей. Так, там громко улетел, по-моему. А лежи. Уже улетел. А теперь улетел. Это Ромина. Это пусть лежит. Да брось. Это Ромина же грамота. Да я знаю, она у нее точно улетит. Так, пятое место. Михеенко Попов. Да, ребята выступали. Девчонки. А где они? Покажите. Четвертое место. Малютина Очнев. Третье место. Третье место в смешанных экипажах, как и катамараны, два. Матвеев Александр, Житкова Марина. Ура! Спасибо, спасибо. Не надо, спасибо. Здравствуйте. Вот, я же говорил, что я красавчик. Почему не первый? Плохо я тебя гонял. Да, плохо я тебя гонял. Спасибо вам. Давай. Пойдем, Мариночка. Пойдем. Давай, давай. Ну хватит целовать. Повернись вот туда. Марине Борис не повернись. Привет, сколько. Меняйте, не хотят. Спасибо. Так, второе место. Второе место в смешанных экипажах катамаран 2 заняли Тарабурина Ксения, Завьялов Николай. Ура! Молодец. Нет, ты за медальками. Я же говорю, а тебе бумажки. Поздравляю. Спасибо. Ой, спасибо. Оля. Подставляйте. Спасибо вам. Я насыпнула все. Давайте фотографируйте. Ксюша, Любочка из Плюша. Ну, Ксюха, на меня. Ну, я. Первый, да? Больше экспрессии. Конечно, медалики уже ушли. В торжественной обстановке. Первое место. Да, первое место в смешанных экипажах. Катамаран 2. Ермолюк Александр, Ермолюк Галина. Ура! Ура! Где семейный экипаж? Получите место. Мы знаем, что не уехали. Медали ему уже отдали. Понятно. Тоже твоя. Так. Зачет катамаранов четверок. Шесть экипажей. Шестое место. Экипаж полностью новенький. Туманов, Круглов, Кретинин, Роман, Баран. Александр, правильно? Молодцы. Дошли до финиша. Да. Пятое место. Тоже наполовину новенький экипаж. Китухин, Киселев, Кисонов, Китухин, Иваскевич, Киселев, Яцук, Алена. Ура! Алена их там вывела.
четвертое место. Завьялов, Тарабурина, Чуреев, Соловьев. Это Завьялов все слышали. Миша. Третий. А что Мишка? Я не отвечу. Заговорил. Ифтахов Ренат, Булатов Алексей, Мелиховец Николай, Жаркевич Евгений. Правильно? Да. Замечает. Дает проявиться молодежи. За медали. Спасибо. За медали. Спасибо большое. Мы посмотрим. Подождите, ребята. Я сам вам натяну, да? Ну, сами. Он не гордый. Дайте тогда. А что нам медали? А сколько медалей ты дали? Пресс. Ты плавишь что? Ты себе это взял? Так красная, пока дают. Заслуженно. Коля. Держи. Она разрушена. Коля. Вон, туда? И сюда, давай. Сюда. Я вот сюда вот так. Вот сюда вот так. Хватит уже, хватит. Давай, господин, давай площади. Ну, поставьте. Вот сюда. Женя, вот камера. Спела. Да, хватило. Кому-то дали лишнее. Кому чего не просили? Всем дали. Второе место. Кретинин Дмитрий, Ермолюк Александр, Бибулатов Ленина, Елена Попов Игорь. Все начинали под моим руководством. Абсолютно. Спасибо за науку. Пожалуйста. Дима. Где еще? Саня. Кто еще нас фотографирует? Отошли, а? А ты кто дальше? А первый что, не дай? А только потом команду. Так, и первое место в зачете катамаранов четвертых занял экипаж в составе. Лопян Борис, Лебедев Роман, Сарычев Александр, Буланенко Сергей. Вырвали победу все-таки. Не вырвали, а честно. Да. Поздравляю. Спасибо. Давайте. Как я вас не застудился? Спасибо. Молодец. У нас было две попытки. Две попытки. Где-то судьи проглядели, да? Да-да-да, что-то немножко не так. Спасибо. Так, да? Что это? По 6 стекловов? Да. Так, господи. Дистанции ралли. У нас приняли участие 4 команды. Четвертое место. Команда Арсенал. Третье место. По Коболь Арсеналу, молодцы! Так, третье место. Команда Янтарь Юность в составе. Миша, там грамотно. Ой, буду считать. Житкова Марина, Матвеев Александр, Китухин Алексей, Ивасевич Александр. Иваскевич. Иваскевич. Селёв Юрий, Яцук Алёна. Алёна. Кстати, тоже материалы. Я не материалы. Правда, это было после финиша. Все равно. Нельзя. Девушка, молодец. Спасибо. Давай. Траверсом ты уже научился ходить? Да, умею уже. Я после финиша начинала. Ну идите сюда. Ну смотри, как это делать? Так, за медальку не получил. Идите сюда. А? Давай. Опять третий. Я тебя не узнаю. Валя, привет. Сам командующий. Ну она ничего. Давайте, встаньте, ребята. Я не капитан, у нас Маринка капитан. Быстрее. Ну что, давайте, освобождайте мне чемпиона.
Так это же мы. Еще раз Маринку, она у меня такая. Так, второе место заняла команда «Янтарь Надежда» в составе. В составе Чуреев Евгений, Соловьев Михаил. Соловьев Михаил, Кретинин Дмитрий, Байбулатова Елена, Константинов Евгений и Попов Игорь. Ты вовремя приехал. В очередь, все в очередь за медали. Поздравляю. О, уже есть. Просто он вообще весь увешанный. Потом поделитесь. Ура! Женя, давай быстрее. Ну, да, я поцелуюсь. Я же люблю поцеловаться, ты знаешь. Мои дочки, я не знаю. Я бы водил. Дайте ближе там. Как все? Начинаю стесняться. А бумаги здесь? Вот они бумаги. Так, Кретинин Дмитрий. Давай. Константинов Евгений. Бибулатова Елена. Ведьма. И первое место на дистанции ралли заняла команда. Совершенно неожиданно, да? Да. Никто не может догадаться. Интрига дня. Янтарь Акела. Калы. Акела промахнулся. Первый Ренат, Булатов Алексей. Это судьи, что-то не досмотрели. Если бы ты не провалился. Велиховец Николай и Жаркевич. Кто там все ниже и ниже падает? Тоже говорю, судьи, что-то не досмотрели. У тебя это самое. Маленькая. Ничего, вырастет. Спасибо вам. И что, чайник? Ну что? Все? Довольны в этот раз. Я тебе, Коля, отдавал чемпиона. Спасибо. В руки. Она взяла чайник, и я вот обзором. Это не мало. Мне еще не повесили. Давайте. СМИ такие. Подожди. Молодцы вообще. Веша бешеный, как елка. На спине и то их 6. Теперь общие. Да. И общий командный зачет. Четвертое место. Команда «Янтарь Юность». Аплодисменты. Третье место. Команда «Арсенал». Ура! Тяжелейший барьер. Вошли. Маловатая будет рюмка, будет. Не, ну подожди, ну, ладно, что будет? Бегает, это так надо. Надо было бороться. Так. Не зря выступали. Да. Второе место. Где команда «Янтарь Надежда». Ура! Надежда на что? Надеялись, мы очень. Команда «Янтарь Надежда». И первое место. Команда «Янтарь Акела». Ура! Ну хоть здесь, Марина. Первое место. Точно судьи что-то не досмотрели? Я пью из этого, ты из этого. А Коля из этого. Давай. Коль, слышишь? И квас не канает. Лошары. С лошарами, можно с лошарами? Крутые парни. Коль, желательно. Я что говорю, теперь я пью из этого, он из этого, а ты из этого. И вопрос, квас готов? Так, взлетайте, я делаю фотографию. Назад. А куда этот будет? Вправо-влево раздались? Не верю. Марин Борисович. Марин Борисович. Не-не-не, я по награждению. А робот какого-то. Молодцы. А я так. Вот. Я хочу от вашего имени. В кадре просто нету. Реже всех встречается. Товарищи участники, я хочу от вашего имени поблагодарить Третьякова Виталия Анатольевича, который предоставил нам эти медали и эти кубки. Он хотел приехать и принять участие, но занят по работе. Вот, поэтому просил всех поздравить, всех участников. Ну и я думаю, что от вашего имени мы напишем ему благодарность на нашей странице ВКонтакте. Да. Так, все? Пару слов. Еще у меня как бы объявление. Ребята, скажем так, за то время, которое я ставил дистанции, проводил соревнования, просто сегодня очень доволен, хочу поблагодарить в лице Дима Кретинина, всю команду завода «Янтарь», кто принимал участие в обеспечении и проведении соревнований. Молодцы. Самое лучшее было вот
Ура! За всю историю. Ура! Дима, иди сюда, иди лапу покажи. Давай. Спасибо. А теперь слово предоставляет зам главного судьи по судейству с Крябиным или не за этим. Кто судил, выйдите, пожалуйста, в центр. Судьи. Выйдите, пожалуйста. Судьи, судьи. Судьи, выйдите, пожалуйста. И начальники дистанции, и постановщики. Вот. И постановщики дистанции тоже. Постановщики. Ренат, где ты там? Чего стесняешься? Ну так... Все. Вот да. Похлопайте этим людям, поблагодарите их, хорошие судьи. А Ромику некогда, у него руки заняты. Рома тоже там принимал участие, активнейшее. Все, милый, давай. Все, иди сюда, все. Ром. Подожди, два. Маритка, подожди. Назад, назад. Еще раз, как же. Два. Ура! Спасибо. Приезжайте. Еще мы вас попросим. Так, у участников судейской коллегии есть какие-нибудь вопросы, пожелания, претензии? Нет. Нет. Закрывай. Тогда объявляю соревнования закрытыми. Ура! Ура! Да. Следующее в мае. Объявление. Байдарки. 19-20 мая кубок на байдарке «Каяки». Ну, место проведения, наверное, здесь же, либо есть вариант поселка Шоссейного там посмотреть. Ну, я не знаю, там, может, широковато под мостом. Вот. Ну, значит, здесь. Это и... дождя не было, было, да, бы дождь. Ну, если будет дождь, может быть, придется стоять там. Нормально. И 29 апреля в Ашман-парке мы занимаемся приемом норматива ГТО. Кто будет не в походах, по виду туризма. Да, ну, норматив ГТО, туристский поход по просьбе Центра тестирования города Калининград. У кого есть возможность, пожалуйста, связывайтесь с Михаилом Васильевичем, нужно будет помочь в постановке дистанции. Обычно это происходит таким образом. Сначала команды там участвуют в пешеходной дистанции интересной, потом они небольшой уходят. Такой. Да, небольшой. Не сложный, проверка технических навыков. Потом они уходят на длинную дистанцию. Ну, а судейская коллегия... ждет их с чаем, плюшками и всеми остальными так, Марина Борисовна, ты будешь? Я не буду. Значит, чая и плюшек не будет. Будет, будет. Я не могу вас оставить без чая и плюшек. Поэтому, у кого есть возможность, просто приходите. Потусить всегда можно, интересно. Ашман-парк. Да, Ашман-парк это на Горького. Озеро, если кто знает. Да, озеро. Леснуха. Леснуха, да. Начало в 10. Возле Бухра. Желательно пораньше, а кто может связаться. Кто на Бугор? Да. Бугор там на Кубок. Да, ну вот, планетка знает где. Ну и все, собственно говоря. Ну все, соревнования. Всем спасибо. Всем спасибо, политикам спасибо, судьям всем спасибо. Я в команде, я судья. Нет, а вы с судьями, мы с главной судьей, милая. Это понебратство. Саня. Пожалуйста. Судьи. Да нет, ну мы что, мы все, не давай. Мы просим, наоборот тебя, хотели с вами. Какой? Они хотят... Нормально. Да, Маришка, они как дети. Полубоками. Да, они же понимают, что это... Что это Володя, все, ну-ка между мальчиков, это, вот. Все же понимают прекрасно. Так, скажите, сиськи. Подождите, не сходи. Мариша, Мариша, иди быстрее, щелкни меня тоже с командой. Сиськи Марины Ритвиковой. Давай, Роза. Все, встали. Видно? Кубок не вмещается. Все? Ну, харе там, ты два раза.